Всем привет! С вами Игорь и очередная посылочка с AliExpress. Точнее, мы ее заказали уже давно, она у нас. Я снимаю видео, хочу показать. Многие спрашивают, металл не чернеет, не что с ним происходит через время. Вот этому кольцу уже год. Это из бренда Roxy, кто знает, услышал. У них есть 4 цвета. У продавца камень бывает 4 разных цветов. Там синий, красный, зеленый, кажется, черный. Что-то такое. Значит, тоже позолоченный. И насчет потемнения. Сам металл, он не темнеет, не чернеет. Не знаю, не облазит, ничего там. Только желательно, когда посуду моете или что-то в горячую воду, он не любит. Вот в горячей воде он может покрыться пятнами. Или горячей, или сильно холодной, не знаю. Точно мне... Я знаю, что насчет горячей воды, а вот холодной не знаю. Он как будто пятнами покрывается. Так что перед какой-то стиркой или купанием, не знаю, лучше снимать его. Вообще все позолочены там, что продаются у китайцев. А так, очень довольно-таки красивое кольцо. Ну, выглядит оно чуть меньше камень, чем кажется на фотографии. У продавца на фотографии мне показалось, что будет камень покрупнее, как это сама вся оправа. На самом деле чуть меньше выглядит. Но тоже красиво, блестит хорошо. Переливается так. Блески все, если вам видно. Ну и выглядит богато, неплохо. Выглядит как настоящее золото. Практически, да не знаю, даже отличить очень сложно, на первый взгляд. Так что, кому понравилось, заказывайте. Кому понравилось, пришло в такой коробочке. Еще была маркировка, тут бумажка, лейбл Roxy. Есть разных размеров. Кому понравилось наше видео, ставьте лайки, ставьте репосты, делитесь с друзьями, ну и подписывайтесь на наш канал. На этом все. Всем спасибо, всем пока.